Привет, меня зовут Семченко Олег. Как найти девушку в интернете? Для начала нужно выбрать место для знакомств, сайты для знакомств, приложения для смартфонов, другие популярные способы, не очень эффективны. В них большая конкуренция, барышни избалованы мужским вниманием. Лучше использовать социальные сети, например, ВКонтакте. А для начала нужно сделать профиль, сделать качественные фотографии, написать о себе, где работаешь, где учился и так далее. Как искать девушку? Девушка должна быть также заинтересована, как и ты, в отношениях. Поэтому она должна быть в активном поиске. Из твоего города и находиться в онлайн, чтобы сразу могла тебе ответить. Первое сообщение. Напиши просто привет. Если барышня тебе ответила, сделай комплимент. У тебя красивые глаза или классная прическа. Не нужно долго переписываться. Сразу пригласи ее куда-нибудь. Например, ты мне понравилась. Хотел бы пригласить тебя в кафе, но для этого мне нужно найти номер телефона. Если девушка тебе не дает номер телефона, говорит, что пока рано, нужно пообщаться побольше, напиши ей еще что-нибудь. Пошути, расскажи о себе. Спроси ее, чем она занимается. Потом опять спроси номер. Если девушка и после тебе не дала номер, не нужно проявлять настойчивость на данном этапе. Лучше написать другой девушке. Закон больших чисел. Чем большему количеству девушек написал, тем выше вероятность, что ты получишь нужный результат. В день лучше писать о 20 девушкам. Хороший результат – это два номера телефона. Если номеров меньше, возможно, стоит сменить фотографию. Или попросить у девушек обратную связь. Почему она не хочет с тобой встретиться? Таким способом я познакомился со своей будущей женой. Надеюсь, и тебе он поможет. Если хочешь узнать, что делать дальше, как вести себя на первом свидании, чтобы девушка пришла на второе, подписывайся на канал и ставь лайк. У тебя